на канале Дмут Розы. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Эрих Зан. Вышло новенькое хэллоуинское обновление, версия 1.9.9. Добавили нового персонажа, и мы его сегодня будем покупать. Давайте же купим. И все равно, ребят, мне не хватает баблиха. Я не понимаю вообще, откуда брать это бабло, разве что проходить на легком режиме постоянно, и за это вам будут давать баблиха, но это не тот вариант, который мы вообще ищем, поэтому, не знаю, разработчики Evil Nun хотя бы сделали ежедневную награду, и таким вот образом мы можем каждый день получать баблиха и покупать себе хотя бы хоть какие-то предметы, а здесь, ну, никак уж. Давайте выберем себе нового хэллоуинского монстра. У меня, к сожалению, нету клоуна, мне его не хватает, и нету вот это вот, где он там был? Голопопика нету, но, не знаю, там баг какой-то с получением его. Давайте уже начинать. Так, призрак, окей, плей. И погнали, ребятушки. Не забывайте поддерживать лайкосиком и подписываться на канал. Предыстория. Не поменялось ли? Да вроде бы нет. И, кстати, можно ли попасть за карту в этой версии? Вообще без понятия. Закрыто. Даже Эрих уже подготовился к Хэллоуину. Странно, что Грэндпа и бабуля Грейни не подготовились к Хэллоуину. Хоть и обновление вышло, но оно никак не связано с Хэллоуином. Только добавили детеныша. Так, окей, все, мы заспавнились, это прекрасно, все прекрасненько. Сейчас мы посмотрим новенького персонажа. Я его слышу уже. Прикол. Ломик, и это, наверное, самый последний персонаж, но это не точно. Это не точно, но может быть это самый последний, ребятушки, персонаж. Да, я смог проникнуть внутрь, и никто меня не заметил. Окейшки, мы отковыриваем. Все, осмотрим. Вау, свечи. Давайте еще на противника же посмотрим. Тыква, свечи. Вау, ничего себе, сколько свечей. Жесть какая-то. И новый персонаж. Ничего себе он. Страшненький, ну давайте сейчас посмотрим. У него вроде бы башка летающая или что это? Что он там говорит? Чё-чё? Я не расслышал. Что-то там говорит, но непонятно что. Здесь тыквы светятся. О! Happy Halloween. Привет, ты чё? А персонаж-то прикольный. Но какой-то странный, если честно. Ты что делаешь? Очень странный какой-то персонаж. Не знаю, стоило бы. А почему я его убить не могу? Это что за прикол? Веселого Хэллоуина, говорит нам. Танцует. Танцуй под бузову. А чё ты не это? Чё ты танцуешь? Чё я в тебя бросить не могу никак? Новый респаун, вижу. Редкий ключ. Прекрасно. А чё с ним не так? Я не понимаю. Странный какой-то дядя. Ты. Почему я в меню зашел? В принципе, очень похож на клоуна своими танцами. Да блин, да ты можешь вообще нормально. О! Мне кажется, он еще больше может тебя за карту. Че-че-че пишут, используйте. Вот я его не могу убить. Он танцует, что-то делает. Он какой-то скелет прям. Но я его убить не могу. Это, конечно, проблемка.
Happy Halloween. Так, здесь спрей. Очень много свечей. Прям какая-то романтическая ночь Хэллоуина, да? Так. Окей. Ну, я не понимаю, вот почему. Какой-то забагованный он. Чё с тобой не так? Алло. На. Он реально багует, какой-то забагованный персонаж. Я уже жалею, что я его купил. Чё мне делать? И, кстати, от разработчиков Эриха Зана скоро выйдет новая игра. Я не знаю, как она называется, но разработчики сказали, что она выйдет. Это очень круто, что разработчики закончат эту игру и будут делать новую. Иди сюда, ты. Дурень. Ну ты хоть сейчас можешь упасть или что-то... О! Он вообще, он... Его невозможно это... Как его? Убить? Сделать какую-то на него атаку. И, кстати, у меня почему-то Эрик Зан... Игра очень лагает. Иди сюда. Чё ты танцуешь? Он танцует как клоун. Он как клоун танцует. То есть клоун, только с другим более обликом. То есть ничего нового не могли придумать. Ну ладно, я не возмущаюсь тут. Просто интересно. Просто на клоуна уже денежек не хватит-то. На клоуна-то денежек не хватит. Господи мой. О, дублончик. Мне нужен мешочек. Да на! Ну ты идешь сюда или нет? Его невозможно вообще пнуть, ребят. Вот тебе и хэллоуинское обновление. Кстати, можно теперь брать. Ура, теперь можно книжку взять. Так, ну я погнал за мешочком. Мне нужно эти монеты собирать. Подложи мне тут штукенцию. Может, я тебя хотя бы бомбой взорву. Вот меню тоже начало открываться почему-то. Чувак, ты где? Чувачок. Ты что тут багуешь? Он забаговал. Чувак, я тебя сейчас спасу. Прям на стульчик. На. О, спас. Но он все равно багует. Он, видите, летает. Он какой-то странный, ребят. Очень странный персонаж. Очень странный персонаж. Сейчас мы тебя столиком зажмем. Хочешь? Слышь, ты такой хитрый, да? Сейчас мы с тобой... Поиграем тут. Это вообще жесть какая-то. Странный очень персонаж, не знаю. Ну, окей, давайте уже проходить. Но я хочу, чтобы он меня еще тут, знаете как. Ну, то, что он забаговывается, это, конечно, в одном случае хорошо, а в одном плохо. Кстати, только подвал украшен или что, я не понял. Походу, ребят, только подвал украсили. Кстати, здесь был путь. А, здесь можно было обойти. А что теперь, здесь тупик? Здесь теперь тупик, ребят. А это жесть. Я так его любил обманывать здесь. Теперь здесь тупик. Это вообще какая-то непонятка. Но ничего. Ничего. Все будет хорошо, я надеюсь. И я еще надеюсь, что в дальнейшем обновлении разработчики Эриха Зана сделают, что можно будет и за рекламку монетки получать. Потому что если монеты только за прохождение на каких-то режимах, это будет очень отстойно, мне кажется.
Ну и ладненько. Все, отрываем ржавый ключик. И ща будем уходить. Ща будем концовочку мутить. Ну он там забаговал, ребят. Он там реально забаговал. Ты точно не хочешь уйти? Вот почему у меня меню активируется? Вот почему, я не знаю. Это бета-версия, наверное. Потому что я бета... ну, как это, бета-тестировщик или как это вообще, я не знаю. Короче, тестю бета-версию. Это, наверное, бета-версия, я не знаю. Но походу, что да. Я надеюсь, что нормальное будет обновление. И здесь добавят... В принципе, обновление очень крутое, но... То, что персонаж не может убиваться, это немножечко выводит. Ну, ладненько, мы проходим. Музон вроде бы обновился, нет? Они каждый раз обновляют музон, да? На новое обновление или что? А, на призраке тоже дают бабло? Hard mod? В смысле, это был hard? Разве? Ничего себе, мне нравится такой баг. Мне нравится этот баг, ребят. Ну ладно, давайте на этом мы закончим видосик. С вами был я, Дмут Роза. Мы сегодня смотрели обновление Эриха Зана. Версия 1.9.9. Добавили нового персонажа хэллоуинского. И также добавили новые украшения Хэллоуина. С вами был я, Дмут Роза. Не забывайте делать все стандартные тубовские делишки. Всем удачи, счастья, добра. Всем пока-пока.